Всем привет, друзья! Вы, как всегда, на канале Пластилин. Привет, привет! Это действительно я. Вчера планировал дальний выезд за металлоломом на велосипеде. Выехал в 5 утра, проехал метров 200, наверное, и порвалась цепь. В общем, сегодня иду пешком. Будет у меня небольшой марафончик за металлоломом. Как обычно, друзья, наливайте чаек, кофеек, какао, ставьте лайк этому видео, всем приятного просмотра. Ну и погнали вместе со мной на виртуальные поиски железа. Сегодня прошел уже где-то примерно метров 500. Показываю небольшие находки. 4 алюминиевые баночки. Вот такие автомобильные грузила, целая лента. Но, как вы видите, это обычное железо. 10 грамм и 2 грузика по 5 грамм. В общем, 20 грамм железа уже есть. И одна монетка. Все. Забираем и идем дальше. Но сегодня планирую все-таки попасть куда-нибудь за город, в какое-нибудь ближайшее село. По дороге буду, как обычно, собирать всю мелочь. И все интересное обязательно буду вам показывать. Такое барахлишко. Вот на ровном месте такое количество железа. Это алюминий. Ну вот он, долгожданный свинцовый грузик. Правда, маленький, на 15 грамм, еще даже новенький. Но спасибо и за такое. Редко сейчас попадается у нас. Так, и гайка вот такая массивная. Еще вот такая железка. Все, забираем. Так, еще что-то. Это хорошая железка тоже, увесистая. Железки попадаются нормальные. Еще что-то заметил, пружинка. На велосипеде, конечно же, передвигаться гораздо быстрее, но когда ходишь пешком, замечаешь все мелочи, и находок получается намного больше. Вот такая жменя железа, две баночки попалось, и вот такая штука отпала от какой-то машины. Такая железка, и заметил, по-моему, монетку. Да, монета. 1 гривна. Ну, я, как обычно, лезу во всякие дебри в поисках алюминиевых баночек. Прямо ходить не умею, постоянно куда-то сворачиваю. Такая тропинка. А у меня вот такие находочки. Попалась необычная пломба, наверное, ФТО России. Похоже, что она даже алюминиевая. Нормально. Также прямо возле дороги лежал вот такой шланг, наверное, гидравлический. Сейчас попытаюсь его обрезать. Правда, у меня канцелярский нож, но думаю, он ее
разрежет. Ножичек, конечно же, для таких целей нужен покрупнее. Все. Плюс немножко железа в копилку. И тут вы наверняка спросите, почему возле обычной дороги попадается так много мелкого железа. А все потому, что у нас самые лучшие в мире дороги, когда по ним ездят машины, вот такие болты просто разрывают напополам. Ну или они просто откручиваются от вибрации. Кстати, нашел еще один свинцовый грузик. Чувствую, сегодня у меня будет свинцовый день. Прошел метров 50. И еще одно свинцовое грузило, и тоже на 35 грамм. Реально, сегодня какой-то свинцовый день. Преодолел еще метров 100, и очередной кусочек плюмбума. Обратно грузило вот такое, но уже поменьше, грамм на 20-25, наверное. Это я уже на самом краю города. Частный сектор, можно сказать, пригород. Семь часов утра, солнце поднимается, лето, становится жарко. Друзья, вот такая жменя железа, и вижу, целая куча монет валяется прямо на дороге. Сейчас по-быстрому соберу, куда-нибудь отойду подальше и покажу вам все детальнее. 2 гривны по 10 копеек. Шайбочки. Вот такой улов. Сейчас посмотрим поближе. Я же говорю, реально свинцовая дорога. Вот такие кусочки отгрузила. Это уже разлетелось. Тоже какой-то грузило, но, наверное, железо. Вот это свинец, 100%, это свинец. А вот и ушко железное, наверное, с этого грузило. Болтики, гаечки, куча монет. 50 копеек. Даже 2 гривны попалось. Вот такие находки с дороги. Но это у меня сегодня, можно сказать, разведка новых мест. Вот иду, заметил, находятся два мостика через такую небольшую речку. Нужно будет сюда обязательно приехать с поисковым магнитом и все проверить. Ну все, я официально покинул город с вот такими находочками. Еще одна монетка попалась, 2 гривны, целенькая. По ней даже не успели проехаться машины. Вот так вот. Такая мелочевка. И еще заметил монетку. 50 копеек. Сейчас, наверное, сверну в посадку, поищу еще немножко там. Сильно жарко возле дороги ходить. По-любому кто-нибудь посадку чего-нибудь выбросил. Вон, вижу уже какой-то пластик. В общем, поехали. Это оказался у нас разобранный холодильник, один пластик и стекловата. Рядом заметил вот такую кружку или чайник был. На ней есть немного позолоты. Так, ну а рядом еще находились две такие старые целые тарелки. Слизняки всякие. А на них вот такие необычные клейма. Такое вижу впервые. Друзья, кто знает, кто владеет познаниями,
в антиквариате. Подскажите, пожалуйста, в каком городе это делалось и вообще представляет какую-нибудь ценность? Возможно, тарелки старинные. Полностью целые, помыть. Нормальные тарелки. Небольшая стихийная свалка. Пока ничего для себя интересного не вижу. Всякий хлам, пластик, стекло. Есть немного консервных банок. Их можно забрать, но так как я пешком, а домой далеко, сегодня брать не буду. Зато заметил вот такую черепашку-ниндзя. Игрушка, кстати, полностью целая. Даже удалось найти вот такую маленькую платку. Здесь даже есть немножко серебра вот этих красных флажках. МЛТ, резисторы и два алюминиевых конденсатора. Недаром сегодня взял с собой кое-какой инструмент. Достал из корпуса телефона вот такую железку. Чайничек, но уже отсюда вижу, что абсолютно пустой. Один пластик. Кое-чего все же удалось наковырять. Две трубки от телефонов. Комары грызут. Вот это необычное. Здесь можно и громкость регулировать, и номер набирать. Платки. Еще отрезал вот такую железку от трубки. Железо и две лампочки светодиодные. В каждой по грамму меди есть и грамм по 10 алюминия. Вот так. Немного алюминия нашел. И нержавейки. А что вы хотели? Чернобыль рядом. Ну, такое ощущение, что реально сейчас где-нибудь в Чернобыле выйду. Свернул с основной дороги, иду непонятно куда. Людей нет, проезжают одинокие машины. Заметил вкатанную в дорогу вот такую железную плюшку. Вроде небольшая, но веса килограмма полтора точно. Еще какая-то железка. Нормально. Так, саморез. Это оплавки какие-то, брать не буду. Электрод. Ну и на этом, по-моему, все. Нет, еще вот прутик. Прутик. Гвоздик. Еще что-то. Друзья, очередная посадка и новый мусор. Вон, заметил, вроде какая-то платка. Сейчас посмотрим. Электроника ПТ-203. Корпус. И осталась одна платка. Несколько флажков есть. Вот эти кнопочки с посеребрением. В общем, сейчас буду забирать эту платку. Но это не самое интересное. Гляньте, что нашел. Это же советский музыкальный центр. Радиола. Это, наверное, провода. Так. Это у нас место, где проигрывалась пластинка. Еще даже переключатели остались. Игла. Так. И здесь даже что-то еще сохранилось. Вижу немножко алюминия и какие-то радиодетали. Сейчас буду все срывать. Я даже сегодня, на удивление, отвертку с собой взял. Поэтому все культурно поскручивал.
отправляем в рюкзак. Все, что можно сорвать с этой радиолы, я сорвал. Вот этот провод оказался медный. Крепеж железный. Это тоже металл. И самая ценная находка. Вот такая штуковина. Как я полагаю, это у нас движок, который вращал пластинку. Корпус алюминия, внутри 100% у нас медь. Как-нибудь разберем обязательно. Вот какая-то сборка. Возможно, здесь будут какие-то ценные золотосодержащие радиодетали. Какой год производства, непонятно. Но эти вещи, как правило, старые. Возможно, 71-й. Но могу ошибаться. Вот такая штуковина. Вот эта накладка тоже алюминий. Вот алюминий, вот. В общем, все забираю. Как-нибудь вместе с вами обязательно разберем. Кстати, консервные банки тоже бывают разные. Вот такая необычная. Это итальянская вроде бы. И она полностью алюминиевая. Вот эта крышка тоже от нее. Все чистый алюминий. Такая техника непонятная. Друзья, возвращаюсь домой уже. Иду по другой стороне дороги. Обратно собираю всякую мелочевку. Монетки, проводки медные. Опять-таки свинец попался, железки, алюминий. В общем, сейчас как раз бы велосипед не помешал. Рюкзак очень тяжелый. И таскать все на спине не так-то просто. Вот эту панельку с радиолы положил в отдельный пакет, так как рюкзак уже ничего не помещается. Друзья, подвожу итоги. Вот такую кучу барахла мне удалось отыскать где-то примерно за 4 часа. Что же мне удалось найти? Как обычно, алюминиевые баночки, 15 штук. Чермет, мелкий, крупный. Такая плюшка попалась. Как обычно, шурупы, саморезы, болтики, гаечки, гравера, гвозди. Все в перемешку. Две трубки от телефона пойдут на разбор. Лампочки тоже пойдут на разбор. Монетки вот такое количество. Вот это тоже монетка 10 копеек. Гляньте, какое количество свинцовых шиномонтажных грузиков удалось отыскать. Это, наверное, у меня абсолютный рекорд чисто по свинцу. Алюминий, проволока, такие кусочки, баллончик старый, пломба, баночка алюминиевая, две платки вот такие с радиодеталями, медный шнур, кстати, не показывал, наушники нашел, возможно, даже рабочие, нужно помыть, проверить. Ну и, конечно же, вот такая запчасть от радиолы, моторчик. Здесь медь, алюминий, какие-то радиодетали, ну и сама станина, понятное дело, чермет. Вот так вот. Я думаю, вполне нормальный результат. Начал перелаживать чермет в пакет для того, чтобы взвесить. Заметил вот такой бочонок, а он оказался латунным. Идет цветмет. Так, черный металл 5 килограмм 240 грамм. Но это уже более-менее нормально. Еще мне интересно, какой вес имеет вот эта импортная баночка консервная алюминиевая. Давайте вместе посмотрим. Одна консервная банка 17,3 грамма чистого алюминия. Алло, слушаю. Сейчас пересчитаю мелочь, пойду куплю мороженое себе.
Друзья, вот такие поиски сегодня получились. Если это видео вам понравилось, обязательно поддержите его лайком. Также пишите свои комментарии. Как вы знаете, я на них всегда отвечаю. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить ничего интересного. Не прощаемся, поиски продолжаются. До встречи в следующем видео.